Всем здравствуйте! Сегодня мы будем шить маленькое синее платье в стиле Коко Шанель. Ткань здесь жаккардовая. Платье будет украшено кружевом на рукавчиках, по горловине и внизу. Вот такой совершенно очаровательный низ платья. Это я подложила туда бумагу, чтобы вам было лучше видно. В этом видео я подробно расскажу несколько узлов. Но особое внимание уделю, как подогнать, как выкроить ткань, если кружево идет волной. Видите, здесь вот ткань выкроена волной, и все очень аккуратненько сделано. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, раскладываем на столе нашу ткань лицом вовнутрь, срезы вот к центру. Располагаем наши выкроечки. Основу спинки, полочки мы с вами делали, когда шили плащ. Ссылочка будет внизу. Значит, какие у нас особенности кроя здесь будут? Здесь вот на полочке у нас будет кокеточка. Поэтому мы выточку эту закрываем. Скрепляем. Прежде чем кроить, обязательно надо все тонкости кроя учесть, чтобы не было такого, вы уже кроете, а еще не знаете, как у вас будет выглядеть платье. Значит, здесь у нас будет кокеточка. Ну вот вырез, допустим, вырез потом можно немножко увеличить. Здесь у нас будет располагаться кружево. Кружево будет располагаться под углом. Вот таким образом. Замеряете, какой бы вы хотели вырез. Вот я сантиметром замерила. У меня от плеча, здесь шовчик, до центра 26 сантиметров. Вот здесь и располагаем наше кружево. Так, здесь скрепили скотчем малярным. Вот кокетка у нас уже готова. Смело отрезаем нашу кокеточку. Кокетку можно кроить. Так, здесь у нас будет идти кружево. Закрепляем булавочками. Смотрим, где у нас будет ткань. Ткань у нас будет пришиваться вот таким образом. Значит, отрезать можно вот по этим точкам. Берем иголочку или колесико специальное, копировальное. Вот здесь вот прокалываем. Очень все даже хорошо видно. Проводим линию. Пока проводим линию ровную. Вот когда мы прострочим уже нашу выточку, вот тогда мы уже сделаем вот этот наш срез, вот такой узорный. И он тютелька в тютельку должен совпасть с нашим кружевом. А оно именно так и будет. Потому что, как я сделала вот эту выкроечку, я наложила бумагу на что-то мягкое. Допустим, покрывало у вас внизу. Наложили это кружево. Иголочками прокололи или просто вот даже обвели, вырезала, и поэтому оно все у нас потом совпадет. Итак, кокетка у нас готова. Это лишнее мы отрезаем. Здесь у нас будет кружево.
скрещиваем все наши детальки. И кроем. Если у вас выкройка, допустим, какая-то старая, давно завалялась, и вы вот думаете, подходит она вам или не подходит, еще раз замерите. Замерите свою грудь. Вот у вас выкройка. Потом замерите вот здесь вот, под проймой. Вот, допустим, шовчик у вас будет. Замерили столько. Здесь на шовчик тоже не считаете. Вот, ага, посмотрели, померили вашу грудь, подходит. Также талию проверяйте, также проверяйте бедра. И тогда вы будете знать, что эта выкройка вам хорошо, что вы с нее, допустим, не выросли. Ну, если вы делали несколько лет назад, такое же может быть. Значит, внизу у нас будет тоже кружево. Значит, я вот нашла длину, которая мне нравится. По этой длине вырежу, отрежу, а потом уже, ну, собственно, потом уже и покажу, как все это я буду делать. Точно так же при помощи вот этого лекала низ будет вот такой фигурный. Низ будет вот такой фигурный. А вверху будет кружево. И все идеально совпадет у нас. Итак, обчерчиваем. Выкраиваем. Значит, по полочке все сказала. Ну, на выточках еще остановлюсь. Значит, платье у нас не отрезное, приталенное. Выточка здесь переходит в рельеф, так что тоже учитывайте, сколько выточка, чтобы не ошибиться в линии талии. Значит, на полочке делаем раствор выточки талевая 3 сантиметра, по спинке 4 сантиметра. Сзади на спинке у нас будет молния, поэтому прибавляем пару сантиметров. И кроем. Бывает, ткань вот порезана криво, как бы вот изначально в магазине. Поэтому вот будете кроить, смотрите, чтобы не получилось, что вы положили, а там-то ткани нет. Или просто выровняйте край, и тогда уже будете вы уверены. Можно чем-то выкроечку придавить. Тяжеленьким. Я так, по крайней мере, всегда делаю. И так понеслась. Люблю кроить, люблю шить. Душа поет прямо. Вычертили. Теперь можно выкраивать. Отрезаю я сразу низ. Потом мы его будем делать волной и пришивать к нему кружево наше. Вот эта часть ниже кружева может быть разной ширины. Кому как нравится. Может быть, прям вот по ширине, как кружево. Может быть, больше, может быть, меньше. Это как бы дело вкуса. Здесь нет никаких правил. Ну, а вверху, конечно, прежде чем отрезать, подумайте. Хотите ли вы, чтобы тут вот у вас светилось все? Поэтому, если вы... определились с длиной, тогда режете смело. Почему я решила сразу отрезать низ, а потом уже кроить? Потому что я не собираюсь вот на этой нижней детальке делать вот эти ненужные швы. Вот по спинке будет шов идти, здесь шов будет, здесь никакого шва не будет, оно нам не надо. Также здесь на полочке идет рельеф, здесь никакого шва, разумеется, не будет. Без лишних швов все это делаем, так будет аккуратнее и так будет правильно. Как перенести наши выточки на другую сторону? Вот у нас ткань шершавая, прям вот держится один слой на другой очень хорошо. Поэтому можно просто вот так иголочками.
укололи, с этой стороны вы видите, поставили линию. Здесь талия точно так же, горизонтально и вертикально ставим. Вот здесь как будто бы теряется выточка, обязательно вот эту линию горизонтальную. И тогда уже выточка будет именно вот на одном уровне, справа, слева, вам будет все понятно. Если ткань какая-то легкая, шелковая, тогда, конечно, надо проложить так называемые силки, ниточку. А вот когда ткань такая, то все понятно здесь и так. Линеечку приложили и сделали выточку. Мелочек не забывайте делать с него остренький краешек. Потому что мел тупится. 2 сантиметра сюда, 2 сюда. Соединяем. Значит, что мы делаем теперь в первую очередь? В первую очередь мы сметываем все наши выточки. Ну и наложим сюда кружево, конечно, наживим, меряем. Если все нас устраивает, тогда уже строчим. Так, спинку полочку откладываем в сторону. Все-таки покажу вам немножко подробнее. Вот у нас низ платья. Наложили вот эту часть. Я вам рассказывала, как я ее делала. И мелом все это обчерчиваем аккуратнейшим образом. Потом все это, разумеется, край обработаем на верлоке. У кого нет верлока, на зигзаге. Если у вас опыта мало, то, конечно, не заморачивайтесь со всеми вот этими трудностями, со всеми вот этими вот узорами, волнами и так далее. Строчите просто по прямой. Просто по прямой будет внахлёст, но будет уже не так интересно, конечно. Я так считаю. Вообще дело любительское. Можно купить не кружево, а именно ткань кружевную. Или гипюр. Ткань-гипюр. И сделать, допустим, на груди не столько, как я, вот немножко, а полностью полочка. Ну, не полностью, а вот сантиметров там 15 с гипюра. И на спиночке также. Ну, можно делать всякие вариации. Хочу заострить ваше внимание, как я пришивала наше кружево. Значит, вот нижняя часть платья волной вырезали, обметали. Я обрабатывала на простым зигзагом. Мне показалось так лучше, чем боялась на верлоке срезать вот эти вот кончики. Обязательно потом надо отгладить, чтобы линия была ровно, не присобранная. Ну и вот так булавочками в каждом-каждом месте закрепили, в каждом уголочке. Потом наживили. И очень аккуратно все получается. А вот так вот будет уже в готовом изделии. Низ, а это платье. Здесь, так думаю, 2 строчечки проложим. И здесь лучше всего 2 строчечками пришить, потому что шовчики маленькие. И вот так симпатично вырисовывается. Так, хочу заострить еще внимание, значит, на кружеве, которое будет пришиваться на полочке. Вот у нас выкройка. Эту штучку мы отрезали. Ну, вот опять я приклеила, чтобы показать более подробно. Кружево сложили 2 раза. В 2 раза. Обязательно, чтобы тут все рисуночки совпали. Закрепила булавочками. Вверху край совмещаем. Можно тоже закрепить булавочками, чтобы он не двигался. Здесь, разумеется, отрежем по выкройке. А вот здесь вот соблюдается наш правильный угол. Прибавляем, сколько вам надо на шовчик. Ну, например, там 0,8. И вот так обрезаем.
И тогда у нас все будет аккуратненько, аккуратненько. Пришло время сделать нам побольше вырез. Это был у нас рабочий вырез. Кокеточку в два раза сложили. От центра 12 сантиметров. Ну, это я так для себя. Может быть, кто-то захочет еще больший вырез. Вот такой трапециевидный вырез. Смотрится симпатично. Немножко так плавную линию провели. Вырезаем. Кокеточка здесь, край очень хороший, не растянется. Так и останется такой вырез. Так, теперь хочу показать, как я буду обрабатывать нашу горловину. Значит, мы нашу кокеточку уменьшили. У нас же вырез был вот такой. Уменьшили, пришили к спиночке, обметали, разутюжили. Теперь будем обрабатывать горловину. Вырезаем с косой беечки. Нашла такой вот прямо прекрасный подкладочный материал. Вот сколько раз пробовала прочертить линию и отрезать. Вы знаете, получается неаккуратно. Вот приспособилась вот таким образом. Вот 3 сантиметра. Приложили и режете. Приложили, режете. Ну, а потом уже глаз как бы сам берет. У кого есть опыт, конечно. Вырезали косую беечку. Под углом 45 градусов, разумеется. Сложили изнаночной стороной вовнутрь, утюгом прогладили. Сильно не растягиваем, так, без фанатизма, прогладили косую беечку. Приложили эту косую беечку к нашей горловинке и пришили швом 0,5 сантиметров. Вот, когда пришили, потом делаем осноровочку, чтобы этот шовчик был меньше. Ну и, во-первых, чтобы убрать все вот эти вот ниточки наши. Осноровочку сделали. Теперь отгибаем вот в сторону шва. И вот здесь вот прокладываем 0,1. Строчим на расстояние 0,1. Также делаем с другой стороны. Ну и потом покажу. Косую беечку отстрочили. Сделали перекат пару миллиметров. Теперь это наживляем. И можно косую беечку вручную закрепить. Можно пристрочить на машинке. У меня ткань плотная, жаккардовая, поэтому вот здесь я никакой флизелинчик не наклеивала. Если у вас ткань тонкая, например, шифон, то вот здесь проклеивают специальную такую клеевую. Ну и покажу белой ниткой специально, чтобы вам было видно, как я буду это закреплять. Значит, ниточка будет проходить по толщине. Вот чуть-чуть взяли иголка немножко тупенькая. И ниточка будет проходить в толщине нашей косой беечки. И вот таким образом закрепляем всю нашу подкладочку. Теперь занимаемся рукавами. По окату прокладываем строчечку в каждую сторону от наивысшей точки по 12 сантиметров. Присобираем. Ну, а внизу пришьем кружавчик. Может быть, тоже присоберем. Посмотрю, будет видно. Значит, в крое окат рукава обязательно должен быть больше проймы. Ну, если немножко присобран, хотя бы сантиметра 3 на 4. Так что, когда будете кроить, не ошибайтесь. Занимаемся рукавами.
сейчас покажу вам, как сделать воздушную петлю. Вот у нас сзади, где молния, тут расстояние. Не всегда же получается сделать вот впритык. Это вот когда юбка, когда поясочек, тогда легче. Значит, с левой стороны пришиваем пуговицу, с правой стороны делаем воздушную петлю. Ниточки выбираем крепенькие, в цвет ткани. Узелочек располагаем внутри. Делаем вот так вот петлю. Ткань локоточком придерживаем, чтобы она не двигалась, ну, платье. Петлю сделали, нитку располагаем, протягиваем, располагаем внутри петли. И вот таким образом делаем воздушную петлю нужной длины. Пуговица у нас небольшая. Делаем, примеряем. Если маленькая, добавляем еще. Если ошиблись, сделали большую петлю, можно даже распустить ее. Это вроде бы мелочь, но это надо знать. Прикладываем, смотрим, пройдет наша пуговичка. Пройдет. И как оно будет? Хорошо будет. Вот будет впритык. Иголочку мы не вытягивали, не убирали. Она нам уже нужна. Вот в петлю продели. Если скрутилась, немножко раскручиваем, чтобы не образовалась ненужная петля. Вот, зафиксировали. Ну и теперь второй конец нашей петли пришиваем. Не торопясь, потому что нитка крутилась, и сейчас может образоваться ненужная петля. Может образоваться узелочек не там, где нам нужен. Все делаем аккуратненько, не торопясь. Вот когда зафиксировали уже, вот теперь, ну, можно еще одну закрепочку сделать. Специально делаю на белом фоне. Думаю, вам видно. Ну и теперь прячем нашу ниточку вглубь, в толщину нашей ткани. Обрезаем. Застегаем. И вот теперь у нас аккуратненько все. Пуговичка располагается внутри. Вот таким образом. Так, сделали примерочку, смотрим, что нам где не нравится. Значит, вот здесь чуть-чуть свободненько, вот тут вот шовчиком, буквально там 2-3 миллиметра можно ушить. Значит, насчет рукавчика хотела сказать. Вот манжет. Смотрите, как здесь чуть-чуть свободненько, и как здесь много свободного. Разумеется, манжет я кроила одной длины, допустим, там, ну, 25 сантиметров. Но такой эффект может быть из-за того, что у нас разные руки. Вот я правша, я всю жизнь работала правой рукой. И, разумеется, здесь рука полнее. Значит, ничего страшного, если здесь ширина, длина манжета будет, например, 25, а здесь будет 23. Это будет правильно, лишь бы был одинаковый эффект. Вот если тут чуть-чуть свободненько, то и здесь должно быть чуть-чуть свободненько. Так что подгоняй по фигурке. Рукавчик наживленный, идеально сидит. Так, значит, смотрю, я смотрю на свое вот это кружево. И вот мне так показалось, что если вот эту часть закрыть темным, то будет красивее. Вырезала вот такие две штучки. Так что можно моделировать по ходу шитья. И где можно улучшить, улучшаем. Вот теперь мне нравится. Просто
прекрасно, вот удлиняет сюда все. Здесь вот все закрывается, там где бретели, зачем они будут видны. Итак, мы дошили с вами наше платье жаккардовое. Ну, конечно, все детали, как обработать, как пришить рукава, допустим, я не показывала. Но основная тема этого видео была, как вырезать ткань волной и подогнать к этой ткани кружево волной. Надеюсь, я показывала, рассказывала все подробно и понятно. Ну, в общей сложности платьица получилась приличная. Надеюсь, мой мастер-класс вам пригодится. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. До свидания. Всего доброго.